Всем привет, дорогие друзья, с вами Эд, и все наверняка видели геймплей GTA 5, и наверняка вы заметили мини-карту, которая будет присутствовать в GTA 5. И мододелы решили сделать такую же мини-карту и для GTA San Andreas. Давайте же посмотрим, что из этого вышло. Вот эта мини-карта внизу слева. Изменения. Она стала квадратной, и появились какие-то разноцветные полоски. Сейчас я объясню, что это за полоски. Ну, первая полоска зеленого цвета — это полоски наших жизней, а две последующие полоски — это полоски брони. То есть желтая и синяя — это броня, а зеленая — это здоровье. Ну, в принципе, все. Также мод добавляет новые иконки оружия в стиле GTA 4. Вот мы видим, они такие черно-белые, как GTA 4 практически. И новые иконки на самой карте. Вот мы видим дом, у него какая-то новая иконка. Но, в принципе, ничего, тоже пойдет. Неплохие иконки. Но вообще, в целом, мод очень неплох, мне понравился, но главная такая фишка этого мода — это мини-карта из GTA 5. Мне очень она понравилась, приятно играть. Думаю, вам тоже понравится. Ну что ж, ребят, на этом все. Простой, в принципе, мод такой, не такой уж и сложный в техническом плане. Простой мод, простая установка. На этом все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Эд. Всем пока, услышимся еще. Давайте, удачи!